Камбука, камбука, бака, лука. Чалка, камбука, камбука, бака, лука. Приветики. Итак, 649-й выпуск обезьянок. Но буду краток в его названии. Называется «Парад планет». Оденем бабушку обезьянку. Ой, проскочил я. Сейчас. Ну. О. Вроде как военная форма. Ну, а теперь поехали. Обращаем внимание вот на вот эти созвездия и выставляем, соответственно, здесь кнопочки. Проходим в эту комнатушку. Здесь собираем все, что плохо лежит. Так, все вроде собрали. Нет, еще обезьянка. Теперь. Кейбл бит X и Y. Это X, а это вот Y. Yes. Дальше смотрим вот сюда. Здесь 8 пунктов. Нажимаем вот эту штучку. Вот получаем 4720-18-07. 4700-1807. 4700-1807. Так, получили пустую. Ну, короче, что-то пустое. И радио без антенны. Еще у нас есть водичка. Смотрим сюда. Понятно. Выходим и видим 5, 2, 3, 1, 4. Так и выставляем 5, 2, 1, 4. Тут 3. Ой, пардон. 5, 2, 3, 1, 4. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. А,
здесь два. Один, четыре, три. Yes. Грудь, обезвоженная пища. Ну, соединяем, получаем и даем вот этой девочке. Она рада. А что этому надо, мальчику? Ему, пожалуй, надо радио с антенкой. Хорошо. Заимели 20 лунных камешков и даем вот этому мальчику. Он нам отдает разобранную антенку. Так, это я пока выставляю в исходные позиции. Вот он, парад планет. Нам нужен телепорт, чтобы в мгновение ока туда попасть, на Землю. Тут произошли тоже кое-какие изменения. Вот мы вставили, и что мы видим? 3, 1, 3, 1. Раз, два, три, один. Раз, два, три, один. Жмем. Телепорт открылся. 10 обезьянок имеем. Пока. Видите, все вроде просто. Когда все объяснишь. Вот бабушка-генерал космических войск танцует. Ну, see you later. Bye-bye. Камбука, камбука, бака-вука, чага, камбука, камбука, бака-вука, чага, камбука, камбука, бака-вука, чага, камбука, камбука, бака-вука, чага, камбука. Надо будет.